будем проводить коррекцию мимических морщин нашей коллеге Екатерине Юрьевне. Коллегам всегда делать коррекцию весьма сложно. Зона риска. Да, они всегда сложные пациенты. У них всегда все сложно и непросто. Мы будем проводить терапию, бутилинотерапию препаратом Ortholax. Препарат производства Южная Корея. Зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. В данном случае мы видим, если посмотреть в анфас, мы видим достаточно тяжелое межбровье, то есть область глабеллы, область межбровных мышц у нас весьма объемная, да? И для того, чтобы... То есть мы в данной ситуации будем корректировать не классической схемой, как мы привыкли, а немножечко мы сделаем верхний ряд инъекций несколько ниже. Это нам сначала даст небольшое опущение области межбровья и переносицы, но через 2 недели мы получим уплощение вот этой зоны и выравнивание области лба. То есть, если мы классически заблокируем лоб, то через 2-3 недели у нас будет некрасивое объемное межбровье. И пациентка уже, естественно, не первый раз это делает, да. На самом деле схема уже проработанная, она уже известна для меня. То есть я уже четко знаю, что да, будет опущение, да, будет переносица рухнет на некоторое время. У меня будут отеки верхних век. Это нормально абсолютно. Зато через 2 недели, максимум через 3, все встанет так, как должно быть. Мы, в принципе, посмотрим динамики. Мы будем корректировать межбровную зону, область глабеллы. Нахмурьтесь, Екатерина. То есть вот эту зону, зону мимических морщин, межбровных, мы будем корректировать. Мы будем корректировать зону лба, достаточно активный лоб на всем протяжении. Мы будем корректировать область круговой мышцы глаза, латеральный край круговой мышцы глаза. Будем убирать гусиные лапки. И мы будем корректировать область мышцы назалис, то есть область носа, вот эти кроличьи морщины, которые часто беспокоят пациентов. И мы будем корректировать область подбородка, мускулус менталис, и немного мы возьмем область платизмы, то есть область формирования горизонтальных морщин на шее. То есть, в принципе, у нас комплексная терапия для того, чтобы гармонизировать. Так приятно быть пациентом. Ну, мы демонстрируем это для того, чтобы пациенты понимали, что мы себе проводим эти инъекции, для того, чтобы они понимали, что это не страшно. То, что это безопасно, это делают практически 90% пациентов косметологических клиник. И, в принципе, это обратимый эффект. Даже если пациенту что-то не нравится, ему некомфортно, через несколько месяцев все возвращается. То есть мышца восстанавливается, проводимость мышцы восстанавливается, соответственно, мы получаем снова активную мышцу. Поэтому, в принципе, мы работаем для профилактики морщин. То есть, когда они статические, их убрать уже сложно, но когда они мимические, динамические, их, в принципе, вот самое время убрать.